Приветствую вас! Меня зовут Лилия Донскова, я бизнес-партнер компании Siberian Wellness. И сейчас я вам расскажу, как быстро выйти на доход. Какой может быть доход уже в первый месяц партнерства? Например, 5350 рублей, да, это первый скромный доход, и вот Оксана как раз пишет, что это шок. А может быть 8200, это вот как раз доход за апрель 2023 года. Девушка пишет, хочу в команду новых клиентов и бизнес-партнеров. Может быть, доход 9759, да, доход за апрель новых бизнес-партнеров хочет и клиентов. Результаты за полтора месяца, то есть за март, когда только присоединилась Инга, доход был 4642 рубля, а в апреле уже доход вырос в три раза, 16891 рубль. Или, например, второй месяц компании. В марте 2023 года 15 334 рубля, а в апреле уже 36 067 рублей. То есть вы видите, что доходы растут быстро. Люди разные, разного возраста, разные профессии к нам приходят. Думала, что заработать хотя бы 3000, а тут, понимаете, какая пришла классная прибавка. Ну и вот еще доход. 27 тысяч – это доход за апрель самой Марии. А 87, почти 88 тысяч – это доход команды. Чуть позже вам объясню, что это значит. То есть это фармацевт, на полставки работает в аптеке, зарплатой 20 тысяч, а здесь уже получился доход больше, чем на основной работе. Классно. Итак, поговорим немножко о компании в двух словах. Почему именно компания Siberian Wellness? Эта компания работает уже на рынке 27 год, родом из Сибири, Новосибирск, научно-исследовательский центр, где находится как раз штат ученых и производства. Компания работает более чем в 60 странах по всему миру, любит и уважает эту компанию. У компании есть как офлайн-магазины, так и интернет-магазины. И это очень удобно. Интернет развивается семимильными шагами, и люди любят делать покупки именно через интернет. Компания полного цикла. То есть разработка, производство и продвижение продукции – все в рамках одной компании. Полностью исключаем подделки. Можно доверять на 100%. У компании эко-подход – это значит ближе к природе, это значит, что больше пользы, меньше вреда. Продукция не тестируется на животных, продукция безопасна, не токсична и очень эффективна. Тысячи, сотни тысяч классных отзывов на продукт. Продукт великолепный. И что удобно, отличный интернет-магазин. То есть у вас будет свой сайт, вы зайдете, вот как я здесь делала скрин, под своим номером и паролем, и сможете на этом сайте посмотреть всю витрину продукции, здоровье, спорт, питание, красота, разное, новинки постоянно выходят, и каждую неделю, каждый понедельник новые акции на определенный ряд продуктов. И, соответственно, здесь же у вас будет личный кабинет, где вы будете видеть полную финансовую отчетность, сколько у вас клиентов, сколько партнеров, сколько денег вы заработали. Это же важно, то есть полная отчетность. Огромный ассортимент продукции, очень востребованный продукт. Он нужен всем от рождения и до самых взрослых людей. Продукция оздоравливающая, укрепляющая иммунитет для чистки организма на клеточном уровне. Мы уже сами получили классный результат с продуктом, поэтому смело рекомендую уже всем своим близким и знакомым. В компании можно быть бизнес-партнером, а можно быть привилегированным клиентом. И сейчас об этом чуть-чуть поподробнее поговорим. Итак, сейчас мы поговорим о том, как выйти на быстрые деньги. Это администратор клиентского чата. Что нужно сделать? Пройти обучение. Оно идет 5 или 10 дней в зависимости от того, сколько времени вы можете этому уделять. Кто-то совмещается с основной работой, кто-то в декрете, у кого-то маленькая загрузка, у кого-то большая. Поэтому ставим такой интервал 5-10 дней. За это время вы научитесь по специальной технологии, как создать чат и оформить его, как наполнить чат людьми, как вести его по готовым материалам. Вы будете принимать заказы, а также оформлять карту клиентам и ежемесячно получать доход на карту.
Многие люди выбирают быть только привилегированными клиентами, оформляют карту, которая позволяет иметь кэшбэк в зависимости от суммы покупки 5, 10 или 15%. Что получают клиенты? Я привела вам такой пример. Ну, то есть это вот такая карта клиентам оформляется. При покупке на 1200 до 2 клиент получает 5% или 60 рублей. Цифры все, конечно, примерные. От покупки на 2000 рублей 10% кэшбэк, 200 рублей. От 4000 выше 15% и 600 рублей. То есть у клиентов максимальный кэшбэк возвращается 15%. Это, мне кажется, очень хороший кэшбэк. И также клиенты могут быть в клубе постоянства. То есть если в течение 6 месяцев, каждый месяц подряд, без пропусков, клиенты делают покупки от 2000 рублей, на 7 месяц они получают возможность выбрать любой продукт из предложенного ассортимента с суммой до 5500. То есть это может быть дорогой аромат, бокс натуральные витамины, либо крем для лица, то есть на любой вкус, абсолютно любую продукцию. И сейчас немножечко посмотрим, а как вы будете зарабатывать деньги. Смотрите, в каталоге вы увидите продукцию, и рядом с каждой продукцией будет стоять баллы, то есть в рублях и в баллах. То есть вот, например, зубная паста, 280 рублей, и вот тут в уголочке 7 баллов. То есть 1 балл равен 40 рублей. Я это разделила вот в этом примере. 1 балл при расчете вашего дохода, то есть это еще один вид дохода, будет считаться 15 рублей. Чуть позже я вам покажу эту формулу, как она работает. То есть вот такая будет формула. Баллы, все, которые проходят через вас, умножаем на 12% и на 15 рублей. Кэшбэк за личные покупки у бизнес-партнеров составляет 25%. И начинается такой кэшбэк со 100 баллов, то есть 4000 рублей. Так как я вам в примере показала, 1 балл 40 рублей, соответственно, 100 баллов – это 4000 рублей. Итак, как это считается? Заказ через ваш личный кабинет проходит на 4000, вам возвращается кэшбэк 1000 рублей. От 6000 – 1500. От 8000 рублей вам возвращается 2000 рублей. Почему важно на этом остановить свое внимание? Будут такие клиенты в чате, которые не захотят оформлять карту. Они будут через вас оформлять заказы. И вы будете в этом случае получать полный кэшбэк 25%. Вот здесь дописала. Далее, смотрите. Когда вы оформляете карту клиентам, то клиент получает свой процент, свои выплаты, а вы же с клиента получаете разницу. То есть максимальный кэшбэк 25%. Если ему уходит клиенту 5%, то вам 20, а это 240 рублей от 1200. Если клиент делает на 2000 рублей покупку, ему 10, это 200 рублей, а вам 15, это 300 рублей. Если клиент делает покупку на 4000, ему 15%, это 600 рублей, а вам 10, это 1000 рублей. Представляете, как это выгодно? Поехали дальше. Простая математика. Пример. Вы оформили 10 карт привилегированным клиентам, и все клиенты сделали покупки на 4000 рублей. В скобочках написал, что это 100 баллов. Привыкайте потихонечку, потому что здесь балловая система, чтобы удобно было компании считать наш доход. А часть клиентов сделали покупки через вас на сумму 8000 рублей, и это 200 баллов. Сколько же вы получите доход? Давайте считать. 10 человек по 4000 – это 40 тысяч рублей, ваши 10%. 40 на 10 – вам 4000. 8000 прошли через ваш личный номер, 25% полный – это 2000 рублей. Правильно считаем? Правильно. И дополнительно вы получите 12% с общего товарооборота. То есть это 1000 баллов вот здесь у нас получилось, плюс 200 баллов вот здесь, 1200 в сумме, и получается 1200 баллов. Мы подставили формулу, умножили на 12% и умножили на 15 рублей. Итого 2160 рублей. И еще, я не сказала, вы получите сертификат на 1000 рублей. К
который вы можете обменять на любую продукцию. По поводу сертификатов будет отдельное видео в обучении, и вы там уже поподробнее посмотрите. Итого 4 плюс 2 плюс 2 160 плюс 1000, итого 9160 рублей у вас будет первый чек. Дальше по нарастающей. Чем больше карт вы оформляете, люди продолжают делать покупки, соответственно, ваш чек увеличивается. Итак, давайте подытожим. Быстрые деньги зарабатываются после того, как вы пройдете обучение, создадите, оформите чат, наполните его людьми по специальной технологии, будете вести по готовым материалам чат, принимаете заказы, оформляете карту клиентам и получаете ежемесячно доход на карту. В день будет тратиться примерно 1-2 часа вашего времени. Некоторые говорят, что тратят гораздо меньше. Согласитесь, даже если вы сильно загружены, или вы в декрете, или вы очень много работаете, вы это можете делать даже в транспорте, когда едете домой. Весь бизнес в телефоне. Но это еще не все. Если вам понравится, и вы захотите большего, да, выходить на другие доходы, то вы дальше в обучении посмотрите полный маркетинг-план и узнаете, как получать доход не только за личные покупки с клиентов, быть в клубе 200, еще есть клуб 1000, есть еще бонус наставника, доход со структуры, дополнительные премии, автобонус и программа путешествий. Я, кстати, уже получила автобонус и участник путешествий. Я покажу вам примеры. Первый чек, да, девушка вышла уже на, наверное, ну, несколько месяцев работает, 17 764 рубля, это в декрете. Далее, здесь у нас за март был чек 12 123, а в апреле уже 26 277. Смотрите, как это здорово. То есть вы можете сейчас поставить на паузу и прочитать, какие отзывы пишут девушки, которые прошли нашу школу и уже внедрили эту технологию и зарабатывают деньги. А здесь у нас получается кайфую от жизни, от режима. График зависит только от меня. С утра поработать или после обеда, и это классно. Многодетная мама ушла из найма, сбежала даже, искала ту другую жизнь. И вот нашла, с каждым разом все лучше и лучше. То есть доход за апрель 36 тысяч. Это уже бизнес-партнер, потому что здесь показан доход моей команды. То есть уже приглашает в команде администраторов, подключает к обучению. То есть клиенты многие переходят в администрирование, когда нравится продукт, понравилось, как ведется чат. Все, откликается, можно также и клиентов подключить к обучению, и это станут ваши партнеры, и вы будете еще больше зарабатывать уже не только со своего чата. Вот еще пример. Мой второй доход. В прошлом месяце был 4500, а в этом месяце, уже в апреле, 12922. То есть доход вырос в 3 раза. И уже появились партнеры, потому что есть чек команды. Или, например, доход в найме столько не получала 3 года назад. Зарплата выросла, но в марте уволилась, не вышла из декрета. Так как работала допоздна и выходные, особенно летом, было очень мало времени. Но главное, не видела, как рос мой старший сын. А со вторым ребенком я так не хочу. Хочу еще больше денег, зная, что в нашей компании это возможно. А в найме, тем более в нашем городе, таких возможностей нет. Работать и быть рядом с семьей – вот это счастье. И доход за апрель – 24 379 рублей. Или вот пример. Мама, домохозяйка. Когда дети были маленькие, не с кем было оставлять. Да и финансы не были бы лишними. А теперь, когда дети подросли, я не хочу идти на работу. А зачем? Я дома лежу, сижу в телефоне, смс набираю и зарабатываю. Доход за апрель 39 436 рублей. И есть команда. 87 тысяч заработала также команда. Но и это еще не все. Я решила вам показать еще, какой квантовый скачок произошел за один год у Регины. Регина – это наш партнер. 27 730 рублей – это было в апреле 2022 года. А в апреле 2023 года уже 123 447 рублей. Кажется, это космический рост, потому что в найме такого не бывает, согласитесь. В 5 раз вырос доход.
5 раз всего за год. И у Регины есть уже своя команда, потому что чек командный 462 тысячи. То есть мы не только сами зарабатываем, но и помогаем людям тоже выходить на классные доходы. Итак, я вам желаю принять самое правильное решение и выбрать, хотя бы попробовать себя в этом проекте, пройти обучение, во всем разобраться, вас добавят в чаты, вам дадут ссылку на курс, все бесплатно, вы ничем не рискуете, пробуйте и выходите на те доходы, о которых вы мечтали. Я вам желаю удачи и до встречи. Если есть вопросы, задавайте их вашему куратору, кто вас пригласил в этот проект. С вами была Лилия Донскова. Всего доброго. Пока-пока.